А что, если с помощью антимага, как в старых добрых версиях доты, закидывать на клифы с помощью тиней? Ну-ка. Все, он наш, у меня сапог. Оп. Все, на другой оп. Клиф. На другой клиф прыгай. Не достану. А если я к инвокеру сейчас подойду, инвокер просветится тычками. Оп, хорошо. Отлично, второй пошел. Вот так вот, третьего туда. Жесть. Тракса полетела, сейчас инвока закину еще. Это и тиники еще бегают. Ищите иллюзию, закидайте. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если с помощью антимага, как в старых добрых версиях доты, закидывать на клифы с помощью тиней? Вы поняли, да? Помните эти видосики старенькие, когда вот тут еще была дырочка, да, и все вот туда закидывали, я помню, с респауна еще, закидывали все туда, антимаг становился и грифили таким способом, если кто не знает, что такое грифинг, соболезную. И сегодня мне это будет, как обычно, помогать мой товарищ пес, друг, товарищ пес, вы тут? Я тут, оу-оу, ау. Хорошо, так, сапожочек, мангусик, побежали, Антоха, давай. В общем, надеюсь, видосик получится у нас сегодня фановый. Я иду мид, окей. Антимаг топ идет, антимаг и так топ. В любом случае, короче, ребят, сегодняшний видосик у нас получится максимально фановым. Я надеюсь, он вам понравится. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал, подписывайтесь на ТГ, не забывайте залетать на стримы. Ну и, в принципе, все по стандартнику я вам проговорил. И желаю всем приятного просмотра. Антон тоже у нас заряжен, Антон уже бежит. Антон, вот сюда, на этот клиф запрыгивай. Бежишь уже, да? Да. И, короче, кто у нас первый выходит, он сразу же летит на этот клиф, потом, если что, куда-нибудь на вот этот клиф, я не знаю. Короче, ждем чисто в засаде, да? Я могу на нижний отсюда же перепрыгнуть, если у тебя второй тос потом будет. Будет, смотри, инвокер идет. Инвокер идет. Я такой подхожу аккуратненько. Так, ну-ка. Все, он наш, у меня сапог. Оп. Все, на другой оп. Клиф. На другой клиф прыгай. Пошло дело. Все, пошло дело. Блин, он до меня ж не достанет. Нет, не достанет. Не достанет. Хорошо, первый пошел. Сейчас кто-то выручать его будет. Блин, его бы видеть. Ты не видишь его, если поближе подойдешь? Не видишь, да? Ага. Так, ну мне тогда придется на тебя тосать. Хорошо. Так, если что. О, Тракса идет. Не достану. А если я к инвокеру сейчас подойду, инвокер просветится тычками. Оп, хорошо. Отлично, второй пошел. Не убивай. Тма еще, два кимо. По тма идет, отлично. Ну я такой, по байчу, пусть она меня постреляет, типа. Я даже могу тут, в принципе, разменяться, пусть атакуют. Вот так вот, третьего туда. Жесть. Все, я свою задачу выполнил. О, ТП прилетело, прикинь. Ой, Крисы, там 7 телепорты, смотри. Ой, жесть, Крисы. Ладно, я на базу сгоняю, там у всех телепорты уже пришли. Жесть. Всех позакидывал. В общем, стратегия максимально рабочая, фановая. Будем работать. Ты чисто там 3... 75 на 3, 225 голды просто выбил. 3 телепорта. Жесть. Стонкс, да? Так, Стонкс. Ну ладно. Продолжаем. Куру бы чем-то подрезать, да? Но надо чуть подфармить, да? Будет все там потом. Что-то где-то там будет. Вы еще где-то там, да? Они там где-то. Все на телепортах ушли. Хотя, может, кто-то один там и стоит. Может, кто-то и стоит. Знаешь, почему? Потому что там золото как бы... Я не думаю, что у всех прям там было по 75 золота дополнительно. Хорошо. Чуть вот так вот аккуратненько сейчас подфармим. Так, у нас курьера личного нету, да? А, личного нет. Нет, ну я сейчас сделаю. Правда, у меня золота немного. У меня бы хилочек на медочек. Так, ну... Вроде ребята повыходили, да? С этих... Одного еще не видно. Да, Траксы, по-моему, нету, если не ошибаюсь. Так, курьера я забираю. У тебя только оставляю. Интересно, инвокер такой кнопки будет нажимать? Ну, Sunstrike там, да?
Возможно, возможно, будет. Он такой, серьезно настроенный молодой человек. Как думаешь? Серьезный. Он такой, серьезный уровень игрового процесса у него такой, ну, не лох, да? Да. Пуджа выбил, значит, не рак. Сейчас вторая минута будет, я бы такую рунку бы забрать. Тини у нас сегодня веселый будет. Первая минута мы там оформили. Веселуху. Ух ты, там что такое, антимуги, нападение. Оп, монетка. Где куря? У чела ник, где куря? Где куря? ЛХФ, рехи. Дай куру. Рехи, самое главное. Так, у нас такая будет, знаешь, игровая задача. Мы такие будем выходить на руну, да. Я там буду, возможно, слоу хп байтить. Типа я такой беззащитный, маленький, каменный друг. Бегу. Бегу такой, поможи, поможи. А потом, оба, и на клифе тип уже стоит. Инвокер такой, конечно, агрессивный пиос. У меня маны нету, я бы с прокаста жмихнул его. Пиос он, да? Пес? Пиос, именно. Пиос. Пиоска. Опа. Свобу, или что там говорит? Табу. Табу. Зак-зак. Инвокер хочет полетать. Чпунь. Ку-ку-вэ, РВ, брат, жми. Срочно, у тебя 4-й левел, по-любому успеешь. Ух ты. Мне тут не через батлфури получается покупаться, а... Да, ВГшечку, ВГшечку, там, молнию можешь. Я типа так сейчас собираюсь, потом БФ долго фармить. Единственное, с маной проблемы. Это как-то надо аквилой решать. Я БФ уже давно не тарю. Через ВГ старую мету делаешь. По кайфу. Хорошо. Так, смотри, дорогой товарищ друг, вурдалак, корм. В принципе, можно что-нибудь... А, ну, сейчас стадия лайнинга, я не думаю, что кто-то будет вообще выходить куда-то, да? Вот, так что пока фармим, наверное. Правильно? Ну, пока, да, пока нечего делать. Когда по карте будут уже двигаться они? Да, там будем поджидать, ловить, осуждать, принижать. Ты там колечко купил, да, уплотнительное? Вкусно тебе? Ну, не очень. 70 хп, 50 маны. Осуждаю. Ну ты такой. Ну я такой, да, конечно. Ну ты такой. Ну я такой, да. Ну такой ты. Инвокер, конечно, очень сильный в миду, так что... Не знаю, что я с ним буду делать. А он экзортовый же? Да, экзортовый. Поэтому, если что, аккуратненько. Ух ты. Тавернелла отправил инвокера, ребята. Ух ты, дед промахивается, прям как будто выпил. Инсайт? Нет, просто дед. Баньк. Инсайд. Аутсайд. Инсайдер. Инсайдер. Инсайдинг. Я сейчас дагерочек, наверное, куплю. Как думаешь, стоит оно того? На тине? Нет, мне кажется, не нужно, да? Тут тоже так думаю. Что нафиг это надо? О, regeneration. Пойдем на низу, засыпем, а вот с ним. Здесь получится. 12 маны у Патмы. По-моему, Леап 25 берет, да? Леап. Лип. О, I don't fucking remember. Ух ты, обманочка. Ух ты, обманул он меня. Прыгнул в другую. Короче, он пошел в одну сторону, потом прыгнул в другую. Прикинь, я потерялся. Я шокирован. Шакира, Шакира. Блин, на самом деле задумка сегодняшнего видоса максимально простая и она такая, не знаю, банальная, что мне кажется, что это видео может даже вообще в целом никому не зайти, потому что сорит санстрайк аккуратно. Это что, не знаю, типа, ну... Это смешно, конечно. Настолько тупое видео, что, конечно, типа, ну... Типа, ну не знаю, ну реально. Настолько тупое видео, что сам чувствуешь себя тупым. Вот сейчас бы прикольно было бы, да, кого-то там вот сюда вниз? Нет, он тут. Товарищ. Товарищ. Не надо. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Я тебе помажу жопу, если что. Ух ты. Ух ты.
Ух ты, ух ты, стан куда дает. Ух ты. Чилин спри. Ух ты, у него фазы что ли? Купил фазы! Летающий антимаг заказывали. О, но. О, ес! Я Ару защитил тебя от Ару, дядь. Ох ты! А я умер тоже. Вот ты даешь, конечно. Забавно. Я, конечно, Ару специально ловил, ты понял, да? Конечно, специально. А я Sunstrike специально поймал. Знаю. А, удачи, веселой игры, дорогой друг, товарищ, вурдалак, корм. Так, это, конечно, все хорошо. Это все хорошо. У меня чуть-чуть до даггера. Инвокер на руну куда-то пошел. Пойдем вот здесь ТП, дай, прыгни туда вниз. Да, могу, могу. Я ТП сейчас дам. А, блин, там надо прорубить, смотри, я не могу сейчас. А вниз, прыгнуть. В этот, в лоу-граунд. Туда, в эту канаву. По-моему, в канаву можно прыгнуть. Нет, не прыгает, не хочет. В канаву должна прыгать. Ну, вот нажимаю. Очень нет, странно. Прыгает, ну тогда вот на прыгает. Этот клип рекомендую. Там, смотри, пульс же... Да пофиг берется. На этого пуджа, мы справимся, если что. Ладно. Почиль пока там. Только единственное... Пачка крипов под тавером, что делает антимаг, прыгает на клиф. Че стоите, пусть там переживает. Слушай, ну ты там постой. Знаешь, как могу сделать? Вот так давай сделаем, да? Ты понял, да, о чем речь? А, ну, в принципе, просто, в принципе, да. Да, и все. То есть это от тебя главная задача будет. Ух ты, джаггернаут. О, потма идет. Но у него липчик есть. Давай я вот так побайчу, если что. Давай, побачине. А я так, вот так вот поделаю. Поблокуешь его? Ты чё, не блокуй? Не достаю. Но далековато, дядь. Далековато. Но у меня дагерочек есть уже. Дагерочек. Ой, меня взорвет с трайком этот. Сейчас аваланча будет у меня. Я потму убью. У неё дагеру потму видел? Если чё. Чё? Дагеру потму. Какого? Ой. Это было очень, это был очень тяжелый фраг, очень большое количество АПМа. Прям. Да, прям на гайд. На гайд, прям. Просто на гайд. Отличаю, хорошо. Так, смотри, этого пипиндрона мы закинули, да? Можно будет вот здесь сразу подготовить, и можно будет, мне кажется, вот там подготовить. Я так думаю. Как-то весело было бы, чтобы. Да и так весело будет. Шо нет-то? На рунки там поставим кого-нибудь. Поставил мне. Пуджа закину куда-нибудь. А чё нет? Чё будет отдельный видосик теннис называться? Мы будем там тускаром пинать туда, пинать сюда. Пилинг спри. Этот такой, с даггером, конечно, хитёр бобёр. Специально, короче, он эскейпнул эту стратегию. Да, заранее. Заранее эскейпнул, хотя у него и так... Юра, чей и инвокер? Где СС? Так я не понял. Типы с мида ушли, с топа ушли, уже минут 10, там, не знаю, прошло игрового процесса. И парень только сейчас распереживался. Но, кстати, Патма купила даггер, но она его не юзает, это радует. Кайф. Давай что-нибудь второй моментик какой-нибудь придумаем. Блин, жалко, вот я, если честно, думал, что туда можно прыгнуть, потому что туда прыгали. По крайней мере, с Ларком. А, ну так он туда прыгал ненаправляемо. Ну, понятное дело, да, я понял. Ты можешь попробовать, не знаю, побайтить, что ли, на лоу хп там побежать. Убегай, дядя. Ух ты. Просто далековато до кемпика. Я тебя подхилю, если что. Давай, ну у меня ВГ. Пробить не должен. Опа. Есть. Хорош. Есть. У него он вард поставил, и смотри, и этого я сейчас тоже закину, скорее всего. Да. Надо куру подпитать. Я куплю этот вардик. Подожди. О, мне даггер сбил. Но он там в ХГ стоит. Он там крипа убил, но не надо, Пуч. Пуч, ну ты что такое делаешь? Жесть, вот Пуч руинер, да, контента? А, я застрял! Она меня закинула. Прорубил тебе.
О, хорошо. Что за бред? Давай еще раз тогда крипи закинешься, если что мы там... Ну там блин. Этот вард стоит, кстати. Вардик нужно будет снять. Че, куру? Да, я принес себе пустой куру. У меня закуплено в базе лежит. Печалька. Запрыгнешь? Я тебе ман... А, у тебя маны нету, да? Я манго дам. Манго дам тебе. Я выпрыгну все равно. Я понимаю, я тебе все равно манго дам. И можно будет... А, нельзя. Тут же крипа нет. Хорошо, давай, может, так. Ну ты ж фармить собрался. Да нет. Пойдем нет, тогда нет. На нижнюю часть карты сходим. Пойдем. Пойдем. Я собрался постоять на хайграундах. А-а-а. Все понял. Так, тут нету у нас, да? Тогда вот сюда можешь на клиф на этот шмыгнуть сразу туда. Чпау. Там, ну скорее всего, знаешь что, поставили варды на руну. И, скорее всего, вардики стоят. Я такой тут пройдусь, типа, я обозначусь, да? А когда начну зонить, убегать, туда за этого я затолкну. Я, короче, три варда купил. Я сейчас побегаю у них, агрессивно поставлю, чтобы куру видеть. Да-да-да, отлично будет. Будет прекрасно. Нам там мид сломались еще. Мы им другой чем-то сломаем. На-на-на-на-на, я ему бью. Если что, спасать буду алхимика. Хорошо. Это что, это злость была, да? И борт не будет, надеюсь, за разбитие шмоток. Так, ну я смотрю, никто не подходит даже. Ладно, делаем вид, что мы уходим. Инвокер на топе. Есть телепорт? Есть. Давай. Летим? Летим. Да, они там опять крипа забрали. Они вард туда поставили, скорее всего. Я через левую сторону вот здесь пройду. Я сейчас прыгну, если что. Давай прыгай туда сразу. Опа. Здорово. Блокировать надо Буджу Хук. Блин, будь, конечно, руинер. Я тебе отвечаю. Стой там, втухай. Я сентрики купил. Блин. Богоюзы, добрый вечер называется. О, Ара улетит. Сейчас он вылезет такой. Я тебя убью. Я помогу, если что, сразу. Не хукай, плюс ставит, смотри. Сейчас 100% не удержится и хуканет. Ставим ставки, дорогие друзья. Хуканет ли Пуджу? Держится он или нет? Ну-ка, смотрим. Удержание работает у Пуджа или нет? О, Ару залетел. Не сдержание. Надо туда опсик. Опа, стоит там. Там еще обсерв срубишь топориком? Нет. Ух ты. Ну ты выживешь, по идее. Нормально, сейчас... нормально. Траксу туда же закинул. Чисто, смотри, тир называется. Там кура прилетела, кстати. Кура прилетела. Я сейчас займусь этим всем делом. Опа. Ну тракса одна осталась. Опа. Хорош, слушай, ну это работает. Так, надо бы вардик. Клоуни. И он типа инвокер ушел на ТП и такой Клоуни, изи вообще. Понял, да, почему он так написал? Он нас переиграл. Переиграл, да, то есть понятно. Ну я аваланч там отдал, и сейчас не стоило отдавать аваланч, но тем не менее. Так, сейчас джагу на меду убить бы. Все, я пошел варды ставить, чтобы видеть куру. А ты меня не видишь, что ли? А я ее не вижу. Так, я на базу. Но быстро они, кстати, варды молодцы, снимают. Вардики снимают. Так. Внизу, да, суета. Огры бегают по лесу. На низ пойду. Смотри, там суета начинается. Опа, а ты куда бежишь, соколик? Вот сюда запрыгнешь? Кинем его, да-да-да. Да-да-да-да, я закину. Даггер, правда, кдешится? Я иду. Он там высветится сейчас, выйдет, я его закину. Опа. Да ты посмотри на этого Пуджа. Ладно, тут мы его не закинем уже. Пудж руинит очень сильно. Пудж очень сильно руинит. Вот тут попробуем. Надо банить Пуджа. Вообще, перед игрой такой. Но у нас АПшка, потому что Тини надо взять. Тиника забанят.
Или вот сюда попробуем. Давай, наверное, туда, поближе кэмп. Кэмп, лиф. Кэмп, ну кэмп, ладно, так кэмп, окей. Темп, темп. ТМТ? Пусть подойдет кто-нибудь. Да ты сразу запрыгнул бы, чтобы ждал. Ну, потма, нет смысла. Лучше вот так сделать сразу. Сейчас кто-то по-любому толкнет. Мы ее закинем. Огр с ТП-шкой. Да, инвокер. Тебе под ногу ЦС дал? Да, да, да. Ага, ну значит там есть, окей. Ну вот смотри, едвока кину к тебе. Кину и сваливай оттуда. Ага, там сентри, опса. Инвоку ТП сбил. Если... Так, я инвоку сбил, если что. Инвок там до сих пор стоит, он в клифе. Да, да, да. Там сентри и обсерв стоит. У него ТП сбито, он там все это время будет стоять. Войкер. Как дела? Спросим у него. Пуш тоже с ботлом. Ну, я просевший, пусть берет, хрен. Мне не жалко. Пойди под фарме. Чуть-чуть. Он там в клифе так и стоит. Вот сюда. Нам нужен мой фарм будет. Да-да-да, нужен будет. Конечно, нужно будет же выиграть еще, правильно? Сейчас вот сюда кого-нибудь затосать было бы круто. Вон огр пришел. Туда бы крипчика поставить хотя бы, да, чтоб я мог сам работать как-то. Видишь, они ближние кэмпы защищать стараются. Укай на пудже. Хорошо. У Траксы ТП-шка есть. О, все, наигрался. Осуждаем. Но он понял, что не его уровень в клипах стоять. Чисто по рафляну. Самое главное, рафлян работает. А еще самое главное, инвокер как это апнется, да? Как начнет раздавать. Иф-иф. А потом мановойд получит. Ай-яй-яй. Так, окей, я вниз ТП дам. Вардик Сентрик есть у нас, да? Надо будет на клифе поработать у нас там. На закрытом. Но тема такая рабочая. Порофлить можно. Порофлить можно. Чувствую, тут блинк дагер нужен. Блинк дагер. Really? Так, окей, на рунку сбегаю. Давай. А, у тебя там вардики уже есть, да? Летят. Хорош. По кайфу с ВГшкой вообще, да, на самом деле, ХП много, все много. Чувствуешь? Вообще, как будто не антимагом играет, а Dragon Knight'ом. Типа да, вот, ну реально. Это круто. Это круто. Так, ну что там у нас, дорогие друзья? Дорогой инвокер. Или дешевый инвокер. О, здорово. Тракса идет. Давай, становись. Мне кажется, пора. Мне кажется, пора, дядя. Давай, давай. Сейчас сало пройдет. Тракса полетела, сейчас инвока закинуешь. Я Тракса, смотри, наяривает на клифе. Фуджа задушила просто. Будет ТП, давай. Будет? Еще будет? Да, я закину, но мне нужно... Некого только. Да, мне нужно этот. Я вот здесь стою. Закинул еще. А, меня убьют. Или нет? Закинул, закинул. Еще, у инвока есть ТП? У инвока нет ТП, у него есть сентри. Но мне надо бы. Да, давай. Мы, наверное, убьем его тут. Хорош. Есть. Блин, слушай, по кайфу двоих стабильно на этот, на ХГшку закидываешь. Хорошо, что ты еще выжил, кстати. По кайфу. По кайфу. Ну вот только единственное, за варды дерутся они, да, тоже? За кэмпы, за свои.
Красавчики. Так, прикинь, если бы им вообще пофиг было, они бы не снимали вообще языка. Типа забавно. Всю игру бы простояли. Да, просто всю игру стояли бы. А так они и так, в принципе, стоят. Прикинь, для них это какой геморрой. Блин, туда нельзя идти, закинут, да? Прикинь, вот если они парятся на эту тему. Это ж вообще жесть. Но я смотрю, Джаггер очень переволновался. Возможно. Возможно. Мне понравилось, как это, Пуджара стреляли. Давай, знаешь что, я юльчик куплю. Эту тему продам, пару ТПшечек, погнали. Погнали. Выше руки, погнали. Еще вот сюда можно, по-моему, в деревья. Подальше только встать надо бы, чтобы тосами деревья не сломал. Если что, может кого-то закинуть. Куда, вот сюда? Да, только попробуй вот сюда, более вот в дырку туда запрыгнуть. Потому что упав вот здесь, эти ближние... Во-во-во-во, да-да-да, и туда поближе упереться. Вот там, постой, я сейчас поищу кого-нибудь, закину. Есть пробитие. Опа. Так, по идее, нормально. Я все равно много срубил. О, огур. Огур. Давай, я иду прыгать. Огур. Я тут. Ну, никак. А оп. Как? Ничего себе, Рэдж. Нифига, я его зашвырнул, да? Это что такое? Тини. И меха. Меха. И меха. Тебе делать нечего. Всех гида. Гида. Кидат. Я кидала. Я кидала. Забей уже, забей. Так, а где у нас тут закрытый? Нет, закрытых точек нет. Удали доту. Ю. Удали доту, ю. Так. Траксевичи. Ну, пока они не выйдут, некуда закидывать, блин. Опа. Побегаем. Ух ты! Ух ты, мух ты! Прикинь, да? Ой-ой-ой. Слушай, я могу... Прикрыл. Я умру все равно, у меня нету ничего. Вах, меня задушили. Прикрыл, но не хватило. Мне там инвокер с, этот, с прокаста дал нормально. Я на самом деле не ожидал, что огур там резко. Он на дрифте форсажевском залетел, короче. Такой, бааа, так чисто мне. И все, и до свидания. Ну, смотри, идет клиф опять освобождать. Да ты че? У них только инвокер, по-моему, этим занимается. Да он вообще наркоман какой-то. Задрот. Вообще жесть. Давай, алхимик, я в тебя верю. Вот сюда наверх пойдет, наверх. Ну, а, нет, по дефолту пошел. Ну, здесь где-то. Сало иллюзии девардит. Крут. Не успел. Успел. Хорошо. Опа. Уджикс покушал. Кто-то выводит этого Джаггера. Уджикус. Опа. Пуч там просто как грибы их собирает. Жесть. Так, есть. Я так понимаю, ты на кэмп идешь, да? Да. Вот здесь сейчас 2-3 застакать. Блин, круто было бы их видеть там, да? Знаешь, как они там стоят. А их же не видно нифига, варда, когда нет. Они снимают сразу. Так, ты там не девардил, ничего? Задевардил. Поставь вардец, лис. Чем? Чтобы видно было. Если будет видно, будет по кайфу. Потму, конечно, нет смысла туда закидывать. На других. Антимаги везде вардит. А чё нет, он у нас саппорт. Я мегамобильный. Мегамокс. Мега мобильный это большой телефон, да? Да, Nokia. Nokia. Connection people. Ту-ту-тун-тун-тун. О, огур идет. Или нет? Передумал. Он передумал. Но они боятся сюда даже подходить. Это что им теперь, не дефать? Гайдов насмотрелся. Антимаг равно варды, да?
Антимаг должен быстро бегать по карте, значит вардит удобно. Да. А чё нет? А что нет, что ли? Пуч, ой, пуч. Этот огр там чисто в токийском дрифте опять пытался меня зафокусить. Кини МХ. Блин, ну смотри, они даже с базы не выходят. Да, ну гол тогда. Тогда задушим их в базе. Let's go. Сначала игры сливает, блин. Хорош. Но это было легкое, согласись. Беля. Беля. Пробная какая-то. Беля. Ух ты. Оп, смотри, что умею. Ух ты, токийский дрифт пуш показывает там. Да ты что? Опа, потму укусили. За ногу. Просто сало краса, на самом деле, очень хорошо глобалку поражал. Рили. Крутилка. Вара. Крутилкин. Оп. Оп. Крутилка. Крутилкин, это кто такой? Джугер. Джаганат. Фу, MC, жесть. МС Крутилкин. МС Крутилкин. Так, ну первая игра у нас, в принципе, я не знаю, это рабочая тема, но я думаю, мне кажется, надо еще одну, как думаешь? Надо. Must have. Слушай, ну я отойду, что-то просел немножко. Давай one more time сделаем. В первой катке у нас получилось это сделать. Получилось довольно-таки неплохо. И, в принципе, я требую продолжения, да? Банкета. Требую продолжения банкета. Окей. Хорошо, я тут монетки собираю, кушаю, пью, выпиваю. Обсуждаю. Не осуждаю, а обсуждаю. С этим, с ПТ-шкой, переключенной на силу, заюзал кнопку, сняла около 180, сколько, 170 маны за способность. В отличие от того, чтобы я юзанул в этом, в интеллекте. Жесть, интеллекта. Ща, приду, аганим есть, доломаю. Можно в трон сразу выйти, мне кажется. Интеллекта. Го интеллекта. Фига ты там вардишь? Человек вард? Человек вард, да. Или боковинку сломаем. Давай. Удар боковинку. По почкам. Зажим. Это зажим. Клешнями. Клешнями. Ой, жесть. Короче, рабочая стратегия, полностью можно юзать, ребятки. Это мы проверяем, это мы показываем. Да блин, как обычно. Что-то у меня тут душит кто-то сообщениями. Ломаем. Контору. Хорошо. Так, сломали низ. Погнали топ, не будем церемониться. Зажали мы бедных ягнят. Кричат, плачут. Поможи, останови. Инвокер опять варды ставит, смотри. Идет ставит, даже опс поставил. Зачем он опс на своей базе поставил? Чтобы видеть лучше, понятно же. Ну типа знаешь, у них нету там ничего, чтобы вижна давало, да? У тех теперь их база не их база. Ну да, теперь не растрачено мной, как говорится. Ива моя. Не растрачено мной. Так, ну выйдут что-нибудь, может, поближе там. А, нет. Кстати, надо было крипа просто закинуть и все. Надо вот эта тема пользоваться насчет крипа. Ее форсануло, интересно. Огр. Если она напишет репорт на огра за то, что она форсанула, и это привело к смерти, его забанят. Лол. По правилам мейкапа. О, нет! О, нет! Нет! Че ты там, хочешь кнопку нажимать? Ой, я все понажимал, короче. Дядь, я вот так сделал. Получится что-нибудь там. Я иду, дорогой друг. Дир Миша. Опа. Он без санстрайка. Лопнул. Просто лопнул трон.
О, ребят, ну в общем, в первой катке у нас все получилось фаново, забавно. В целом это работает. Сейчас попробуем во второй игре. Нужно, конечно же, еще немного больше контента. И, может быть, даже немножко попотнее каточка, потому что ребята там сразу написали «Меха, меха!» И поехали далее. Жесть, конечно, они. Я накарнул сейчас. Ничего не происходило на карте. Я прыгаю, антибага в лес, внезапно карта, камера поворачивается на их трон, и он взрывается. Так, ребятки, ну, в общем, мы уже готовы проводить вторую каточку. Сейчас мы немножко, конечно же, постараемся получше все это сделать. И сразу у нас уже рука будет наточена, заточена. И пойдем делать вещи. Так, сразу пикаем Тиника, погнали. Тиник поехал. То, сапог, вот это, все, погнали. Ти натура... натурю, хиня здесь, натурю. Натурю, да-да, натурю, да-да. Хенье, это факе. Так, короче, ну ты понял, да, я сразу за деревья пойду. Смотри, вайпера там взяли. Вайпера, слейера, ой, какие хорошие эти герои для того, чтобы в клифе посидеть немножко. А, главное, чтобы не Мирана какая-нибудь. Не Майрана, Майрана, Майрон, Мирон, Мирон чисто. Ой-ой-ой, только элита поймет, о чем я. Так, снипер, отличная цель. Прекрасно пикают пока что оппоненты. Мы уже сидим в засаде, удочка закинута, сидим, дергаем удочку по чуть, поплавочек у нас прыгает и ожидаем, конечно же, приход. Вот так вот, хорошо, ожидаем. Да по-любому кто-то придет сейчас отсюда слева, кто-то выйдет, я чувствую. Мапхак подсказывает. Уйди, 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 братка. Не любим тебя. Уйди. Главное, чтобы я инвокера не закинул. Уйди, 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 уйди. Уходи, уходи. Мы тебя не любим. Минута еще. В принципе, по-любому кто-то придет. Там главное вижен, да? Ты сразу на другой этот, понял, да? Запрыгнешь, если что. Отлично. О, снайпер идет. Первый смотри, 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 смотри. Опа. Есть. Хорошо. Есть. Один имеется. Один имеется. Не убивай его. Хотя сейчас по-любому ему кто-то придет помогать. О, вайпер идет. Я ухожу. Ухожу. Я ухожу. Иди сюда на вайпере. Вижна не хватает туда. Но вайпер понял, чем прикол. Вайпер понял, чем прикол. Вижен бы туда. Так, он не знает, что я могу еще туда закинуть. Ух, там бара. Так, этого закину. Но я, скорее всего, в таверну. Да не уйду в таверну. У меня еще хп тут. Не, ушел. Я думал, мне хватит дэмэджа. Думал, хватит. Так, ну двоих я закинул. Самое главное, два сейчас персонажа стоит просто на хгшках. Это радует. Хорошо. Вот здесь сейчас стоят два персонажа. Они не будут участвовать в этой игре. Чтобы они не хотели. Это радует. Так, ну хорошо. Дум у нас лесной, кстати. У нас некр в топе. Да что вайпер фбшку взял, это плохо. Немножко тяжеловато будет в миду стоять. Меня такие просто задраконил. Странно, что бара на меня не бежал. Хорошо. Как думаешь, они все еще там стоят? А, курьер есть, кстати. Ну, пока мисс пустой. Они по-любому там стоят, чувак. Я тебе отвечаю. Они там по-любому стоят. Так, у нас курьера нету, да? Слушай, ну у меня овер хардовый мид. Потому что стоит против вайпера. Давай я куплю. Да, купишь, будет прекрасно. Только позакрывай у всех. Смотри, нету внизу никого до сих пор. Никого до сих пор нету. Так что мид у меня будет напряжен из-за того, что с вайпером стою. Но постараемся что-то как-то. У него там третий апнулся, да? У меня только второй. Это все мелочи, временка. По сути. Вайпер мне лосить помогает, если что. Подписчик. Кстати, да, это, по-моему, подписчик, потому что он там написал: вау, к Хену попал, нам вообще в шоке. Аппетитно, вкусно. Конечно, я тоже очень рад, но против вайпера стоять на миду вообще такой не кайф. Ненавижу. Так, все, они пришли там, да, снайпер пришел, бара.
Только сейчас он не пришел. Жесть, прикинь, 2 минуты, они просто простояли сейчас. Снайпер первого левела просто 2 минуты простояли. Это ужастик, конечно. Блин, на топе какая-то активка. Ну, это хоста, прикинь. Какова была вероятность, что это будет хоста? 100%, конечно. Я, возможно, умру. Не-не-не, я успел ТП дать. Но я мог заавалончить. Правда, если бы у него был бы этот... карасив, то, скорее всего, я точно сдох бы. Но я минус хил. Ну, жесть, прикинь, так везет, пацаны. Нормально. Везет. Довольный. Я видео пишу, чуть позже отпишу, 30 минут. Хорошо, а то у меня дудосят уже. Жена со сковородкой уже стоит сзади меня. Вот жена, это такое дело. Так, 4-й левел у него, таракан вонючий. Какой сильный вайпер у нас там. Умеет одну кнопку нажимать, как и я. Только мне 2 нажимать, ему 1. Ему меньше нажимать, между прочим. Так вот. Нечестно. Это нечестно, я так не умею. Я так не могу. Не могу ничего динаить, не динается нафиг. Не динается нифига. У меня тут даже ботла не будет. Но он вообще full free стоит. Я тут ничего не сделал. У меня 4-й, у него 5-й. Надо бы, наверное. Самая кайфовая бара еще ни разу ко мне не прибежал. А помните, как оно бывает на стримах? На стримах меня вообще не отпускают. Так что, пацаны. Вот вам, учитесь, как оно. Так, мне нужна хилочка. В срочном формате. А, на меня животное бежит. А, я умер, короче. Баб про бару только сказал, вот он бежит уже. Только не от нос, только не от нос, только не от нос, только не от нос. Все, я убегаю, пацаны. Я пошутил. Я хотел вам сказать привет. Я не скажу привет, если денег нет. Вот так сделаем. Поиграться можно с ними тут. Я там ТП сделал. Опа, ну я чисто в размен хочу уйти. О, какой стан, дядь. Мог же стан сразу дать. 5x5, fast game. Ну пойдет. Но у меня, правда, старт максимально хреновый. Я вообще ничего не могу дать. Ну типа, просто с вайпером. Я понял. У меня 7 крипов, я не подхожу даже. Гадко. Ну надо дагер хотя бы выхромить. У меня ТПшки даже нету. Вообще ничего нету просто. Мне 3 расходника сбили, бара прибежал. Там этот, кстати, на вайпере может растрещал, гангайте, мид, там, хен, там вообще. Все возможно, потому что у меня такая тема, что меня просто вообще без внимания не оставляет. То есть меня в 4-м, в 5-м на стриме, там, на 5-й, на 4-й минуте ходят убивать просто. А потом кто-нибудь заходит, видит КДА, у меня там 0-5-0, знаешь, там чисто... Ой, жесть, Ирак, тебе, ты слабый. А вот это начинается все. Ну, я реально ничего не могу сделать. КЗ. Мне что, валанчами фармить, что ли? 4-й уровень. Так, ну тут, походу, слушай, контента в этой катке может даже не будет, но... Не, будет, конечно, но не сейчас. По-любе, потому что сейчас все очень плохо. Очень плохо. Наверное, вайпер будет бару ждать, и с бары меня будут насиловать по КД. Бары на карте нету, да? Он внизу был только что. Во, чаржанул куда-то, видел? Засветился. На меня. У тебя хп нету, да? Да. Жесть, я тут вообще, конечно, без рук. Мне даже никто, в принципе, не поможет на миду, я так думаю. О, некор идет. Блин, ну да. В размену иду, если некор. Мне в размен больше нельзя. ТП вот только некор может помочь, и то он плохой помощник. Но некор сам по себе, это ж вообще не помощник. Давай, давай, давай. Брат, кинь ему рипера, плиз. А, уже рипер дал. Давай. Да, добил бы его, ты чё? Ты чё, добил бы. Он такое ощущение, будто мне оставить хотел или что-то, я вообще не вкурил. Я и ботл не успел купить. Я думал, он добьет, разворачиваюсь, а он не добивает, и в итоге ситуация. Не очень. Ну ладно, хрен с ним. Комбу с ним. Ти там, бедолага, снайпер. 5-го левела. Без сапога просто ты его жесть там сапогом душишь. Хорош. Я это видел, я запечатлел. Момент. Все, записал? Да, я записал, сфотографировал данную ситуацию. Там на топе что происходит? О, я иду помогать на топе. Сейчас, может, кого-нибудь Лину там убью, что-нибудь такое.
А будет круто, если я сейчас даблу бахну. Что возможно, что возможно. Смотри, смотри, уходит, ты видел, уходит. Фига себе. Девятку главное не бахнуть. Балтика девятка. Кстати, Балтика девятка. Вот тут это. Марита. Марита. Где-то тут Марита должна быть. Мортимерт. Так, а, ТП дала. Все ушла. Так, есть, у меня второй фражочек. Вайпер фазики имеет. Марита. Ну, Мидас просто. Как тебе такое? Илон Маск. Он его просто Мидас. Все, больше ничего нет. Купил тебе Мидас. Амонда. Ах ты шутник. Сожру тебя последним. Пойду в мид. Вайпера мы можем с некром убивать. Спокойно, мне кажется. Смотри, на руну бежит. А чё это меня? Ганга эти сейчас будут или что? Ух ты, блин. Камон, йоу, камон. Я включил свой. Ту-ту. Ай-я. Ай-я. Камон. Эй, ты заткнись. Чё там? Чувак, заткнись там. Чувак, заткнись, да. Там вайпер душит. Да? Рипера, дай ему рипера, дядь. И все. Он отдохнет. За всю боль просто, пацану. За всю боль. Да, да ты чё? Да ты чё? Иди сюда, мистер животнич. Камон. Дай кюрю. Не дьям. Так, но у меня косарик появился, кстати. Я могу его потратить на булочку хлеба. На пачку пельменей. И кайфануть немножко. Я ПТ-шку сделаю, с ПТ-шки начинать буду. У нас две куры, что ли? А нет. Ну. No. No. Есть. Вот только что его купил. У Бога. Слышь, по-моему, этот МХ. Кто? Ну, возможно, инвокер. Он просто в пустоту вот сейчас сюда дал санстрайк. А там кто-то был? Там он вот снайпер был, он его добил. Да? Возможно, кстати. Мхуцкер? Ну, я не знаю. Он даже не отреагировал, знаешь, такой. А, плевое вот дело. Вот эту куру аккуратно. Эй, ты, чувак, заткнись. Хорошо. Сгорит на работе Лина. Хорошо. Давай, может, кого-нибудь покидаем? Кого-нибудь? Кого-нибудь? Кида-нибудь? Пора выполнять долг. Я на базу, правда, сбегаю. Давай вардик куплю. Смачок маленький, да? Смачок и смачок. Так, у нас на базе кура, да, чья-то? Твоя, да? Ах, чё? Подожди, у нас две куры, что ли? А, нет, инвокер. Вокер, брат! Уфни куру, брат! Булочок маленький. Ты вот сюда можем на клип, кстати, да? Да. Блин, жалко даггера нету. Я без... невидимо, так сказать, без палева я не подбегу. У меня ТП-шка еще КД. Я пешкой бегу. Снайпера там душишь, да? До талого. Души его нафиг, души. Души его. О, Линочка. По-моему, там надо мановойда, да? Хорош. Я иду. Ой, животнич нападает. Переключаем ПТ на силу. ПТ на силу как про. Все, тебя не убьют. Тебя не убьют вообще никто. Доджим стан Лины как про. Да, вот так. Доджим, доджим, как стана доджим. Что она делает? Они думают, что они меня убивают. Опа, как я умею. Не попадать-то. Опа, опа, опа. А ты что? А ну-ка, ну-ка, чапалах. Куньк. И тебе. Давай в ХГ ее как. А, ладно. Окей. А у меня маны, кстати, нет больше. Дал тебе чуть-чуть. Теперь есть. Кинешь? Конечно. Все, пусть она там втухает. Блин, а у меня маны нет. Чтобы либо уйти? Она меня, либо я ее. Пойдет, ладно. Пойдет. Пытай на силу. Ух, я профессионал. Че мы творим, я вообще не понимаю. А че он меня не видит? Он шрапнель кинул. Не видит? Она ж не дает визу. Она ж порезала.
Это ж 85-я, 85-я порезана. Так, чё он? Он думает, что я ушел. Его там нет. Его ахах нет там. Нормально написал. Я могу тебя зафулить. С вот этой вот фигни, только я далековато. Пойдешь на меня? А, все, понял. Я хотел на Б пойти. Все, я понял, рак. Рак, давай, может, на миду что-нибудь, я тебе там помажу жопу. У тебя батлы... А, у тебя ВГшка, тебе вообще-то типа леса можешь бесконечно фармить. Оу, ебеми. Хорошо. Ну что, будем контент сейчас сделать в основном? Конечно, да. Мне бы даггер, правда. Я тебе на фул закину. Тогда поехали, где скопление. Блин, ну они внизу, внизу, но... да. Но там смотри, блин, было бы круто даггер, конечно, иметь. Пойдем, да, просто немножко подеремся. Снайпер там, лоу хп, там баратрон. О, вайпер. Смотри, развернулся просто. Че, вижен есть, что ли? Ты че нафиг? Опа, как я? Ну, да, дистанция, честно говоря. На меня что, бара бежит или что? Я не понимаю. Почему... Ладно, там вижен, скорее всего, был. Ладно, да, я отойду, мне бы даггер. Давай немного я пофармлю на даггер хотя бы. Давай. Чтобы можно было более корректно это делать. Ух ты, блин. Нет, я понял тебя на линии. Вот сюда поставим. На меня бара бежит. Ты ТП можешь на топ дать? Могу, могу, могу. Дай ТП и становись. Давай, давай в темпе. Уже не успеваешь. Ну, я вот так сделаю. По идее, добежишь. Есть. Все, я не бью. А, инвокер его убьет. Да убивайте его, убивайте, пусть фарм будет. И одно. Классика тупо. Сзади круто. Лина там. Ух ты, дум там про кастер. У меня 1500. Круто было бы, если бы я добил. О, регенчик. То, что нужно. Нормально, нормально бару приняли, да? Качественно. Да, почти он даггер есть в армии. Да. Хорошо, 1700. 1700. Внизу монетка. Ой, меня, кажется, приняли. Да, и меня не отпустят тут. Надо вижен. Просто вот отсюда два замедла сразу там. Не без варианта там выжить хотя бы как-то. Варды, блин, я не хочу варды ставить, мне нужно хотя бы даггер. Потом уже будем что-то ставить. Ух, как ты, выживаешь? Не, не выживаешь. У них, кстати, заваржено все довольно-таки, да, неплохо. Да, да. Он видел ХГ. Да. Ну ладно. ХГ видят. Короче, давай вот так вот впадлю. Блин, вокер куру не убирает. Давай сольем ее, может, а? Ну, рили, ну а если не убирает человек, что поделать? Арты на базе дропаются. Вообще жестко. Пойду поставлю. Блин, 1300. Нету до сих пор даггер. О, убрал. Найс. Хорошо. Надеюсь, я сейчас не сдохну за этот вардинг. Надеюсь. Так, дефолт поставим. Дефолтик. Отлично. Что там, сюда идешь? Мне, кстати, еще и в лесу в нашем, по-моему, варды стоят, если я не ошибаюсь. Потому что вайпер тогда видел, когда я подходил. Да и вообще, я сейчас такой безобидный без даггера. Бара, чардж, вайпер. Незер страйк, до свидания. Хорошо. А, ну все, меня тут, кажется, уже приняли. Да, еще и Лина. Еще и Мартредка. Даггер успею купить. Хорошо, ну втроем меня что-то гангают. Что за хрень? Что нет меня хотят, что вообще? Я не понимаю. Что вы хотите? Так, смотри, у меня есть даггер с горем пополам. С горем пополам. С горем пополам я готов. Так, отлично. Без вижен дал в кусты наперед. У него ха, возможно. МБ вот и кик.
Инвокера. А, не можем, позитив статы надо ему. Он настолько ракал, что его даже кикнуть нельзя, короче, на инвоке. Так, у меня есть даггер. Это хорошо. Что там в соревнованиях по фармингу? Как обычно. Марита. Так, клифчик, 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 вовсе не медведь. Смотри, Бара по лесу бегает. Мартретка. В лейте, кстати, тяжеловато будет по мартретке работать, но справимся, думаю. Я, если что, готов что-нибудь мутить. Да, смотри, 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 давайте его примем. За всю боль. Ух, санстрайки, метеоры, бласты. Я иду, я помогу. Даю ош. Вот так вот. Ой, хорош. Отлично. Сзади. Я вот сюда подойду завардить. Опа. Уходишь? Все, уходим. Ну, у тебя, я не знаю, получится выйти, уйдешь? А уйдешь, куда денешься? Уйдешь, куда денешься. Я вот так вот еще сделаю. Сейчас кого-нибудь на развороте смогу еще. Лину какую-нибудь. 700 хп Лина, но там Бара с мартреткой. Задрочат они меня, как думаешь? Не факт. Так, у него на один чардж маны. Успеет? Успел. Хорошо. Ну я тут уйду, думаю. Мне главное вижен поймать и все. Вперед бежит, смотри, какой хитрый. Марита, главное, чтобы не дала мне дротики свои, и все. Так, эмпы я завардил. Можно работать. Зачем, да? Да. Вот этот кемпик использовать. Только куру хреново не подрежешь. Мне бы амулет хотя бы. Чтобы вижен. В АФК встать? Не, просто чтобы таргет сбрасывать достаточно будет. Снайпер с вардами ходит. Блин, красавчики вардят, да? Рили. Тебе нравится это? И мой вард нашли, смотри какие. Реально умницы. Так, ну на миду походу суета будет, да? Мортон, Мортон тут. Я подхожу, короче. Чаш пошел, чаш, да, побежал. У тебя, да? Хорошо. Да. Ну, деремся, может подраться, в принципе. Я Лину принимаю, у нее самое мало хп. Но меня замедляет, не могу ничего сделать. Ой, хорош. Уйдешь? Сможешь? А меня просто все хотят. Вайпер там. Ой, дядька, уйдешь? Живешь? Хорошо. Я тебе еще чуть-чуть подмазал попку. Нормалин, нормалин. Ай, даггер КД был, прикинь. Ой-ой-ой. Come on, вот это дота у нас. Суета чисто, знаешь, такая. Come on. Блин, хочу на клифы, Антох. Хочу. Я хочу. У нас что-то обычная игра получается какая-то. Да, но видишь, они как засели. Так, варды не могу взять, слота нет. У тебя есть места? Тоже нету, да? Если топор продать. Так, хорошо. Я бы пошел вот сюда куда-нибудь и не спушил бы. Давай я тогда пойду заваржу вот тут. Да, давай, я пока не столкну чуть-чуть. И подходи вот сюда, начнем с этого места, кого-нибудь закидывай. Хорошо? Да-да-да. Поехали. Поехали. И туда вардик же поставишь тоже. Будет офигенно. Эта игра будет долгая и будет офигенная. Они там оппозицию дают, да, хотя бы какую-то. Не, ну если бы мы по-серьезки играли, уже бы закончили, это понятно. Но мы же заходим за контент, правильно? Лад. Именно так. Именно так. Именно так. Именно так. Такт. Хост, дай лад. Не дам. Да он же сказал, реснет инет. Чувачок-то. Так что не кикнется он 100%. У меня был только что баг, или было 4 секунды, потом резко одна и все. Лол, или у меня... И у меня багануло голова, походу. Чисто агойский интернет. Ой-ой-ой. МТС модем там, наверное, сидит. 3G модем, НТС. Лад, 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 лив.
MTMRS2 Аванет. Да не, все, он реконнектнулся. Все, поехали. Вот так вот. Запрыгивай на клифчик, я готов. Отлично, красава, бро, красава, бро. А, получилось таки. Так и наконец-таки мы добираемся до этого места. Бару, конечно. А, Бару, знаешь, что можно с ним сделать? Ты ману ему сожжешь, он не чаржнется. И ТП не нажмет. Правильно? У меня сейчас уже лотар будет, немножко попроще будет даже. Вон кто-то идет. Лина, давай я Лину к тебе закину, если что. Бара бежит, Бара бежит. Я ему сбиваю и кидаю ее. Побежал мимо. Сжигаю ману. Сжигай ману, да. Все, у него там 50 маны. Блин, я к нему не смогу затосать. Понял, да? Сдохнет. Но я кину кого-нибудь. Кину кого-нибудь, поменяемся. Поменяемся. А, он сейчас умрет от некро. Прикинь. Во, стой там. Найс. Еще вайпер идет. Вайпера будет офигенно закинуть. Кстати, да. Он в лотаре. В лотаре? В лотаре. Хорошо, ну вылезет, я закидываю. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп, ха, блин, как четко я закинул. Хорош, я сейчас закину. Вокер МХ, кик, не можем, блин, я бы с радостью кикнул бы его, честно. В лотаре стоит. Блин, дорогие, он в лотар зашел там. Не можем никак. Ну, в принципе, у нее нет, по-моему, телепорта. Пусть втухает, слушай, куру будем подрезать, давай похейтим его. Да-да-да, именно можно. Этого чела. Пусть постоит. У него нету телепортов, не убивайте. Не, не убивайте вайпера. Ок. Он сейчас будет, скорее всего, ждать этот телепорт. Мы еще кого-нибудь на клифф закинем. Идите. Бежит бара. Давай на этот клифф. Попрыгнешь? Ману сжигай. Хорош. А, ты его убьешь просто нафиг. 80 маны. Просто. Смотри. Ай, ТП дает, вайпер, не успели, бро. Как мы прогуляли с этим барой. Ладно, еще раз закинем, ничего страшного. Сейчас он подойдет, еще раз закинем. Куру бы подрезать, да? Блин, я тоже могу куру подрезать. Тоже могу. На самом деле, тиммейты сразу как гиены, да, накидываются на этого типа, который беззащитно стоит в клифе, да? Это аж прям аж коробит. Контент ломают. Контент ломают, пацаны. Вот тут кто-то шел, видел? Да-да-да, это вайпер. Вайпер, он сейчас сюда развернется, по-любому. Ну давай вот, вот так сделаем хотя бы. Ну, инвокер. Сейчас прыгнет на кого-нибудь. Ну, конечно. Инвокер просто дурачок зачем-то подходит. Я еще раз иду. Да, запрыгни туда еще раз. Я вайпера закину сейчас. Ой, как хорошо, блин. Все, оставь его там, пусть стухает. Давай бару убьем, может. Хорош. Вайперу нужно будет сбить телепортом. Надо его хейтить там. Я отойду на руну. Может, или 20. И у него ТПКД, да, ТПКД. Я на руну сбегаю. Еще закинем кого там. Снайпера сейчас, слышишь? Иду, 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 снайпера кину. Пусть стреляет. О, еще и Лина подошла. Сейчас там тебе, да. Слушай, ну они варды сбили. Флагуна. Эх, такое. Блин, тяжело, вард сняли сразу, вид пропадает, да? Ой, он уже тут, смотри, какой. Ай, блин. Молодцы, кстати, ай, быстро, да? Входи, фул тогда. Фул Б. Get back, get back. Get back, get back. Быстро они и вард снимают, да, сразу там что-то думают, прикинь? Зеленью. Вот тут тогда можно сейчас. Я, наверное, Юл все-таки куплю, как в прошлой катке. Понадобится. Вот эти две точки сейчас закидывать будем. Ракушка, инвокер. Ракьюшка. Так, 1400 золотых. Что там по вардам у нас сколько? Есть вардик, да, один? Вардик один есть. Че, ты фармить будешь? Больше ничего не остается. Предлагаю куда-нибудь сюда сбегать. Как думаешь? Морта еще. Марита, Марита.
Ну, такая Марита, да? Серьезная. О, как я ее подловил. Успел так. Тупо успел подтосать. Шайпер там напал. Вардика тут нет, интересно. О, смотри, о, смотри, смотри. Вард есть, походу, да? Смотри, как обходит за километр. Вард есть, походу. Ну, летит мой центрик. Все, закинул. Ура! Куру подрезать, прикинь, не успел. У него нет телепорта. Нет телепорта у него. МХ, тирак. Вайпера еще закину туда. На клиф. Не могу, не прокликалось, прикинь. Вот этот звук постоянно. Отойду. Там меня сейчас накажут. Вот так сделаю. Уйдешь? Сможешь? Что они вообще все пришли? Слушай. Окей, если они не дают пользоваться нам этой темой, давай тогда просто сейчас чуть подфармим и будем давать отпор, а потом уже будем рофлить. Потому что я что-то смотрю, они... Да, мы можем их просто поубивать. Ну, да. Мне кажется. Да, даже почему нет? По-нормальному. Так что давай немножко поиграем. По возможности будем закидывать, окей? Ну да. Окей, давай чуть-чуть. Все варды снимают, прям Криса. Криса гейминг получается. Я манту сделаю таки. Манту лучше сделаю, чтобы можно было двигаться. Мента. А, мента. Wonderful. Тини, спасибо, я сверху всех душу вас. Ок. Хорошо, сейчас мы тогда немного поменяем стратегию. Это иллюзия. Что-то бара фармит. Бара фармит. Го, поиграем на их поле. Футбол. Сзади еще кто-то был. Леночка с Юлом. Я помогу. Я успею заваланчить. Правда, скорее всего, вайпер подойдет. Я тосну ее еще. Вайпер. Ну, с души его я попробую жить. Хорошо. Центрик поставил. Спасибо. Но я умер все равно. Но он умрет тоже. Тоже умрет, по идее. Хорошо. Хорошо. Уже лучше, согласись. Давай Тэшку, может, в миду сломаете. Вот сюда, вот так вот пройдетесь. Я сейчас тут вард сниму. Да, по кайфу будет. По кайфу. А, варда нет. Я вард сниму, говорит. А его там нету даже. А его там даже нет. Там дрались, вроде как. Да, 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 очень странно, на самом-то деле. Так, все-таки мне, походу, нужен Юлс. Юлс. Бара с транквилла, чтобы бегать быстрее. Чардж. Чардж! Опа, побежал. О, я четко сказал, слушай. Давай теперь всегда я буду это говорить, тогда на тебя будут чардж. Вроде как меня не убивают. Ты, лагуна тебе вообще там. Конечно, не... Не почувствовал, лагуна называется ситуация. А, жесть. Антимук чисто ты. Ебой. Ебой. Все, хватит с тебя. Намазал вазелиной, полетели. Кто там? Снайпер в лес побежал. Пойду его встречу. Снипер! И... Вот так спрошу у него. Сверху, да. Ха-ха, мом подрубил еще. Четко перед прокастом. Ачхаха, как там? Ой, ой. Ой, Анан. Анан плюс. Ой, Анан плюс. Отвечаю, такая старая мемная хрень. Особенно сверху. Ну, давай наверх его закинем и ой, Анан сделаем еще. Ой, Анан раз, плюс. Раз он любит. Оу, смотри, смотри. Опача, я иду. У меня нет центри. Опача, 2х. Нифига там антимагов на руне, что произошло? На клифф можно там, в принципе. Он без лотара. Без лотара. Без лотар сейджа. Я рядом с мартреткой прошел, она. Запрыгни на клифф. Прыгаю. Меня застанил. Прыгаю. Сейчас, подожди. Иллюзию. Я закину кого-нибудь. Ай, не того, блин. Ну, отходи хотя бы вот так. Сделаем. На бару прыгнет. Да. Давай драться тогда, как мужчины.
с женщинами. Этого, ой, Анана, мне кажется, можно закинуть. Хотя нет, не закинем. Я снайпера буду убивать. Пойдет. Разнесли просто. Не, ну а чё они? Чё, куда они лезут? Согласись. Ну, где мы и где они? Ну что это такое? Ну успокойся. Клинки. Клинки заточен. А, сбих. Как там сын сбих пишется на одном слове? Сбих. 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 Ой, жесть. Эти там кикают кого-то. А почему мы вокера не можем кикнуть, МХшника этого? Вот это несправедливо, я считаю. Слушай, ты там стоишь, кайфуешь, да? Я так думаю, я к тебе подойду, жопу тебе помажу, на клиф кого-нибудь закинем. Окей? Клиф Иствуд. Клиф. У Лины есть ТПшка, правда. Ничего страшного. Я иду к тебе. А мне, не знаю, я вообще прям ноль по ресурсам. Выложи все. Все, что дают статы. Захилю. Ща вайпер такой. Вайпер подойдет, да? С бэкстеба, да? А, сразу вон, ты... он. Вон он, давай, иди прыгай нафиг. Смотри, в лотар зашел. Давай я сделаю. Пусть тебя забайтит, да? Не-не-не, я типа такой. Барана топ. Он с инвиза вышел? Я убегаю. Мне кажется, я зря, туда... зря ты, мне кажется, там. Хотя, ну не БКБшка просто. Минус БКБ. Минус БКБ, все. Смотри, там иллюзии расправляются с ней. Мужчины зажали просто. О, это ты посмотри. Ой, просто там уничтожают. Запрыгни на клиф. Меня видно еще тут. Да блин, как меня так видно? Тут в центре везде. Короче, я беру гем. Будем снимать. Так я ЕУ, блин, и не сделал. Сделал манту, чтоб таргет сбрасывает. А, есть. Пойдет, пойдет. Пойдет. Сколько? Нормально, блин, мы так отправляем по минус 3, по минус 3. Они, короче, понял? Вардятся вот две игры, если вы, прикинь, если вы были настолько игроки кринжовые, чтобы они не вардились, это прикинь, насколько изи вообще. И у нас так и ни разу не получилось захейтить, чтобы там куру подрезать, понял, такое. Блин, это такой кринж на самом деле. Ну, надо попробовать, еще не закончили игру, правильно? Я гемчик взял. Слушай, может ты возьмешь гем? Могу. Как думаешь, тебе чуть попроще будет, будешь видеть? Я-то со стороночки попробую закинуть, а ты сразу пройдешь, поле разведал. Правильно? Я все им сниму. Отлично. Ты заверил? Чтобы с ульты жахать сильнее. Конечно. Гениально. Я прыгнул, дал, ушел. Странный ты, однако. Life is strange. Странги. Не мы такие, антимаги такие. Не мы такие, жизнь такая. Че, идем туда? Уже иду. Побежали, я бегу туда, 522. Я иду, я тоже. Там можно, в принципе, ты пока подыварь. О, Стендри как стоял, да, прикинь? Снайпер поставил. Вардецкий. Я не буду палиться. Хорошо, сдевардил. Я иду, короче, да, ждем, закидываем. Можно будет позакидывать туда сколько угодно. Блин, вот и сейчас тиммейты руинят, реально. Тиммейты реально руинят. Ждут, стоят вместе с нами. Куру подрезали, но не нашу. Это радует. Это радует. Мне кажется, знаешь что, если бару я туда закину, ты просто манту создай, манта выжжет, все. Вообще никого не... Смотри, они на тот этот... Я застрял, помогите. Ой, а ты, конечно, байтер. Ловушка. Фишка-ловушка. Сейчас на топе тогда пойдем, это уйдет. Все внизу они не собираются. Я низ сейчас подтолкну. Хорошо. Где мне? Есть смысл тут сидеть дальше? Ну, по идее, бара может на меня побежать, я так думаю, пока я тут внизу стою, правильно? Но они на топе что-то все чилят. Как подраться? Я бы вот туда пошел, пойдем, пройдемся, пофиг. Сразу, мне кажется, в клиф прыгнешь, там, может, кого-нибудь закинем. Мариту, ну, Мариту, блин, видишь, она выблинковывается. Так, ну я здесь.
Пара так там. Опа, Варби, Копсик. Манту создай, пусть иллюзия выжжет. Все, и упрыгивай оттуда. А, там иллюзия. А че этот чел на вайпере постоянно в меня все кидает? Он вообще там как бы, ну, нормальный, короче. И это, и тиники еще бегают. Пустите иллюзию закидать. А, блин, другой убил. Блин, ну это кринж. Давай вайпера. Запрыгнешь? Сможем? Сейчас, если он тут появится. Ага. Я типа делаю вид, что я идиот, короче, понял? Ух, еще и снайпер, прикинь. Но я не дойду. Хорош. Я еще живой. А, не выживу. Никак. Не выживу. Мне, я не знаю, мне какой-то либо ГОСТ нужен, либо что-то такое, потому что это жесть. Но ты его лопнешь, у него 0 маны. А, БКБшка, смотри, снайпер сзади у тебя еще. Мне кажется, Эзериал дашь, и там двоих убьешь сейчас. Эзериал ульта. Мне надо в лину давать. Думаешь, у вайпера 1200, 1300 дэмэджа. У него же там какая-то клоака, пассивка. Да. Блин, гасту не хочу брать вообще, хоть веришь, нет. И он такой, вообще к клифам не подходит, чел. Все остальные подходят. И вот тут что-то, какой-то сентри тут стоит, типа там не тавр палил. Сентри какой-то стоит. Какой-то центричок. У меня такая задача, на самом деле, в этой игре тоже непросто. Не просто нужно. Вот сюда бы, блин, как-то. Ну, у тебя фарм есть в целом, да? Если что, на тебя можно будет положиться в этой игре. Ну, если я сейчас фигню не куплю, которую я уже, в принципе, купил. Я следующую тоже хотел купить. Да не, Эзериал, ты если что, разбираешь. Бабочку хотя бы можно будет. Да, ВГшку разбираешь, у тебя полтораски. Уже, по сути. То есть, как бы... у меня, да. Полтораска. Полторас. Ой-ой-ой. Полторас через L. Да, жизнь. Знаем таких. Так, ну что, смотри, там пошли Думу убивать. Пойдем поучаствуем немного в убийстве Дума. Я, наверное, снайпера сразу там... Гемов там нету вроде. Линна, снайпер, там хпшек вообще нету. Хорош. А да что это такое? Как же мне везет, прикинь, прям под вайпера прыжок. Вай, ребята, помогите. Спасибо. Такая сумма, дам, если тебя... Вот так вот. Полетел. Вот так вот. Хорош. Туда его. Я иду, я помогу. Надеюсь, я не сдохну. Ой, как хорошо. Пойдет. Нет, только не Марита Мартреткович. Блин, в этой катке вообще никого не позакидывали, но игра такая повеселее немного. Повеселее немного. Да что ты хочешь от меня? Ты. Это было легко прям. Прям вообще легко было. Ой, как же можно? Натирайте мои мышцы маслом. Мышцы маслом натирайте. Аркадий Колеман. Колеман. Скорее Лохман. Лохман, это про меня. Ой, жесть. Фудскинг. Кинг, Фудскинг. Понял? Король чего-то, Фуска. Как этот, Бургер Кинг, только Фудскинг. Фуска Кинг. Надо было инвокера на клифы закидывать, чё мы тупим? Чё там, жопу помазать тебе? Да, давай. Хорошо. По-моему, еще на руне есть что-то, пойду посмотрю. Жесть у тебя там, закупчик. Закупчик. Чисто красиво. Крацубо. Пойдем на топе тут поставлю. Задевардить только надо, в круг пройдешься. А, там догоны у тебя, ясно. В круг только надо будет пройтись. Пройдись, пожалуйста, сразу посмотри, где сентри опсы. Либо я сейчас вот тут подойду, поставлю. Нету, да? Неужели тот сентри доставал, прямо так четко стоял? В медуз суета какая-то. Ну ты обозначишься тут сейчас тут, и, в принципе. Я забайчу немножко. Побежал. Побежал. Лина вроде без маны. Нет, у нее есть мана, но я сейчас так могу бахнуть.
Ну, на клифф подойдешь, я, короче... А, окей. Ну, я, скорее всего, умираю. Но если мне дадут сейчас подхилиться... Все, живу. Хорошо. Пойдет. ХПшек не хватает чуть-чуть. Они там уже больно бьют. Вайпер там с аганимом немножко. Тяжеловато. А сейчас Бара побежит, скорее всего. Я подойду поближе, затосаю. Аваланчну, тосну. Давай вот так сделаем. Чтобы видеть невзначай интересного персонажа. Не хочет это. Что, какие-то подозрения, мне кажется, у них есть. Как думаешь? Какие-то подозрения немножко имеются, наверное. Так, знаешь, немножко такой уверенности не хватает. Да, он не собирается. Опа, побежал. Все, я, по идее, сейчас собью. Все. Манту создай. Все, уходи. А инвокер цецешку закинул. Криса, да, руин? Вот здесь обсерв, слышишь? Если не ошибаюсь. А, это не обсерв. Это козел в поле. Вайпер. Нам не нужны. Я отойду. Сможешь на клип пройти? О, да нет, ты будешь драться, да, походу, как мужчина. Ой, да, промах. Промах по чипалаху такому. Ай-яй-яй, есть. Дюманакс. Дюманакс. А это фраза со стрима такая, знаешь, популярная. Дюманакс. Это этот крипчик. Дебуте. О, я иду. Ух ты. Блин, сразу. Блинканулась. Антимаг наверх зашел, и все. Все, вайпер сдался. Опа, как я умею не доджить. Кстати, не задоджил почему-то. Ой, а мне она задоджит. Забашься, пожалуйста. Ой-ой-ой, пассивка как работает. Пожалуйста. Оп. Вот это, конечно, Shadow Dota. Ой, камон. Слушай, ну эта катка, хоть и получилась у нас, ну, такая, знаешь, менее контентная, но она получилась все равно прикольная тем, что она получилась немного потная, да? Не такая потная, как, конечно, прошлые видосы, которые мы писали, да? Ну, да. Но, тем не менее, все равно по фану, по приколу, почему бы и нет? Я думаю, на такой игре... Чё? С догонами обожаю контент любой вообще. Слушай, ну можно будет сделать. Давай, если что, ну, просто чисто по рофлу сделаем. Почему нет? Давай. Но это уже, конечно же, ребятки, в следующем видосе будет. Поэтому обязательно поддержите эту идею в комментариях. Напишите, нужно ли сделать видосик с догонами еще один. Ну, как обычно, чисто импровизация, ребятки, для вас такой контент. Потому что мы это сделаем по фану и от души. Я думаю, это получится интересно. Ну и в целом, у нас сегодня удался такой небольшой контентик. На клифы мы позакидывали. Нельзя сказать, что у нас вообще ничего не получилось. У нас что-то получилось. Оппоненты даже огрызались. И причем даже огрызались очень агрессивно. Тем, что они сразу снимали варды, уходили на ТП. Но, к сожалению, у нас не удалось сегодня, так знаете, люто похейтить, чтобы подержать подольше на клифе какого-либо персонажа. Кстати, Антоха, как там команда называется? Unstuck, да? Да. Да, ребятки, если вас вот так вот закидывают на хайграунды и вам не дают сделать никакой телепорт, то напишите минус Unstuck. Вы простоите одну минуту АФК и, по идее, просто появитесь на базе. Ну, это такая механика игры, чтобы никто вот так не багаюзил. Но это, по сути, не багаюз, это, ну, тут ничего такого нету. Мы просто закидываем, это игровой процесс. По сути, так что это даже не багаюз. Но, если что, имейте в виду, такая комбинация у нас клавиш имеется. Ну и, в принципе, все. Ребятки, все, видосик у нас тут заканчивается. Антон, спасибо тебе за то, что сегодня, как обычно, развеселил аудиторию. Вместе мы сделали контент. Это по кайфу. Без бы фаново было. Было реально фаново и, в принципе, и немножко потненько, и так и весело. Поэтому, ребятки, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на YouTube-канал, на ТГшечку. И не забывайте залетать на стримы. И на этом все. С вами был Ксаназис, Антоха, и до скорого. Пока всем. От души. Ну, вообще, нормально, на самом деле. Мне понравилось.